Сквозь шум экскаватора уже пробивается пение птиц. Рабочие делятся, что впервые над этими местами даже пролетают гуси. Еще год назад самосыровская свалка была не просто самым грязным местом в городе, а экологической бомбой замедленного действия. От огромной помойки испарения воздуха и выделения в воду и почву. А сегодня полигон уже начинает вторую жизнь. До конца месяца полностью завершится технический этап рекультивации. Все по плану. Мусор буквально заперли под тремя слоями. На нем метр грунта, затем вот такая гидроизоляция и сверху еще метр земли. Теперь все это огромный холм высотой в 30 метров. Изначально свалка местами была еще выше. Верхушку разобрали, чтобы сделать гору пологой. Напомним, процесс рекультивации начался в феврале прошлого года. Сейчас свалка похоронена, но все еще дышит. Из полусотни газоотводных труб по всему периметру горы пока выходит биогаз. Поступление внутрь, в тело свалки окислительных веществ в виде кислорода уже сейчас прекращено. Поэтому газ уже образовываться перестал. Мы его сейчас вот вытравим наружу. А вот жидкость из глубины свалки отводить будут в очистные сооружения. На захоронение или скорее перерождение полигона направили 274 миллиона рублей. Это средства и федеральные, и республиканские, и городские. Сейчас по контракту осталось выполнить 15% работ. Но это только первый этап. Второй уже озеленение. Все обещания выполняются. Волоколамск показал, что это экологическая катастрофа. А наша свалка больше и по размерам, и объему захороненного мусора. Поэтому, слава богу, что мы своевременно приняли решение. Свалку заменил открытый в прошлом году полигон «Восточный», совсем неподалеку. Но до масштабов Самосырова, где отходы складировались 75 лет, ему не разрастись. И технологии сегодня другие, и срок службы ограничен. Новый полигон, он предусматривает постоянную пересыпку, поэтому никаких скоплений газа, выбросов в атмосферу не будет. Ну и следующий наш этап. Это то, что мы говорили, мусоросжигающий завод. Это уже технологии опробованные и там последних два десятилетия успешно работают во всем мире. Там, где экологические стандарты настолько высокие, что нам до них еще расти, вот как до этой горы. Ну а на этой горе с приходом тепла уже зазеленеет трава, а по осени высадят деревья. Сирени, чтобы был хороший запах, шиповник, вишню, черемуху. Качественно очищенная вода пригодится здесь же для полива высаженной зелени. Лена Зинатульна, Мороз Зайдулин, ТНВ, Казань.